Машина загорелась около 9 часов утра во дворе дома номер 25А по проспекту Мира. Как рассказали очевидцы, автомобиль начал отъезжать от пятиэтажки, когда из-под капота повалил дым. Водитель даже не сразу заметил, что его машина загорелась и какое-то время продолжал движение. Заметив пламя, молодой человек выскочил из девятки и, открыв капот, стал закидывать моторный отсек снегом. Потушить машину помогли подоспевшие пожарные. Автомобиль значительно поврежден огнем, выгорел моторный отсек и закопчен салон. Причина – неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Стоит отметить оперативность котласских огнеборцев. На локализацию и тушение огня им потребовалось всего 4 минуты.